«Дети, цветы жизни». Под таким названием в Южной столице прошла шоу-программа, организованная государственной телерадиокомпанией ЛТР. Сотни детей развлекались, играли и танцевали на этом праздничном мероприятии. Телерадиокомпания ЛТР организовала мероприятие в честь приближающегося Дня защиты детей. Дети уходили с праздника в хорошем настроении. Кроме этого, непоседам были вручены сладкие подарки. Ничуть не меньше веселились и родители. Мама и папа рассказали, что, наблюдая за радостью детей, они тоже испытывают счастье. Я привел сюда своих 5 детей. Хочу выразить благодарность организаторам за то, что подарили нашим детям такой праздник. Все организовано хорошо, игры для детишек тоже интересные. Хочется пожелать нашим детям счастливого детства, а также чтобы они жили в мирное время и в мирной стране. Телерадиокомпания ЛТР устраивает подобные мероприятия ежегодно. Главная цель праздника – доставить всем ребятам радость и поделиться отличным настроением. Подобные мероприятия очень важны для подрастающего поколения. Мы стараемся подарить детям хорошее праздничное настроение, и чтобы каждый ребенок в этот день почувствовал себя особенно счастливым. Ну и, конечно же, ни один ребенок не ушел с праздника без подарка. Отметим, что Международный день защиты детей напоминает всем о том, что дети требуют внимательного и трепетного отношения к себе со стороны взрослых. Каждый ребенок имеет право на свободу мнения, на получение образования, защиту от насилия и, самое важное, право на жизнь. Нагима Бакаева, Уран Надишев, Улар Кайназаров, ЛТР, город Ош.